Анонс и дата выхода 9 серии турецкого сериала «Моя прекрасная жизнь». 9 серия сериала выйдет в эфир 27 декабря. Ранее в сериале мы увидели Шебнем постоянно попадает в неприятности. Проснувшись утром, она с удивлением видит, как работники муниципалитета копают землю в саду дома. Шебнем, которая не знает, что делать, когда узнает, что земляные работы будут проходить через могилу Ниязи, подходит к концу пути. Мисур чувствует ответственность перед Шебнем из-за игры, которую он затеял с Мелиссой. Он решает встретиться с Онуром и поговорить с ним. Однако разговор заходит туда, куда он никак не ожидал. И в результате неожиданного развития событий они вчетвером оказываются на празднике. Или в этот отпуск переведет отношения Мисута и Шебнем в другое измерение. Онур в замешательстве, ведь Мелисса требует развода. Какое событие изменит мнение Онура, который задумался о последствиях своего решения и не хочет разводиться? 9 серия сериала выйдет в эфир 27 декабря. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.